Привет, ребята, с вами я, Снейк 2 ВК. Сегодня я буду проходить карту Майнкрафт Poppy Playtime 1. От чела, не помню, какого у него ник. Если я скажу, что это моя карта, меня изобьют самыми тряпками. Если я скажу, не скажу автора, в принципе, то же самое. Так, ладно, поехали. Мой Стив. Я не понимаю. Я типа скачивала скин, но у меня не идет. Ладно. Это PPT1. Тут у нас главная менюшка. У нас есть play, который мы точно не будем нажимать сейчас. Story и rules. Обязательно нужно правила почитать. Ой. А как открыть? Cheating. True of auto jump. Хорошо, нам нужно выключить автопрыжок. Тут, да, по-моему. А, нет, касание. Автопрыжок. Ладно. Давайте посмотрел стори. Кто-то там, что-то там, короче, ты был на этой факторе, ты был, но потом ты ушел, прошло 10 лет, кто-то тебе кинул записку и сказал, что не доверяй Маку, и типа, it's been so long. Ладно, нажимаем на кнопочку play. А, вот. Чел, который я сделал. It's a horror map. Poppy Playtime. Можно уйти? Сразу. Нет? Меня здесь держат в спирте. Почему я спринтить не могу? Я реально не могу спринтить. Так. Очень интересно. Да. Кнопочки. Я офигею все перекликывать. Идем вперед. Кнопочки. Прикиньте, одна из этих кнопок что-то делает. Вот и секретку. Это что за шедевр камерамен? Ладно, нас в правилах попросили ничего не ломать. Ну понятно, что я не могу бегать. Окей. Угу. Гениалиссимус. Бесит, что я бегать не могу, но зато могу вот так ходить. Быстро. Лайк, бро. Что за шедевр? Так, как они по работе сделали? Что мне сделать надо? Туху. Блин. Ну, я хочу запрыгнуть сюда. Я смогу? О, смог. У меня получилось. Бля, я ни хрена не вижу. Вообще, он, блин. Он, наверное, ничего не вижу. С ней. Это Хаги-Ваги? Это же Хаги-Ваги. Стефон ли? А, во. Нет.
callback. Блин, мне в той жопе надо высматривать цвета. Вы прикалываетесь? Там в оригинале светлее, чем здесь. Вот что это за цвет? Вот как я это вижу? Сейчас я попытаюсь что-то в настройках выставить. Яркость. На максимум. Нет, сейчас будет. Яркость. Где-где-где-где. Вот. Вот. Теперь видно хорошо. Ага, красный, синий, оранжевый, синий, я так понял. И снова синенький. Красный, синий, оранжевый, синий, синий. Poppy want to play. Want to play. Пожалуйста. Я не понимаю, что от меня хотят. Я не могу там в той, конечно, темноте что-то выглядеть. Яркость на максимум выставил. Красный. Да? Ну, вообще по-другому надо смотреть. Нет. Типа... Красный, синий, оранжевый. Это розовый. А, это розовый, наверное. Синий. Розовый. Вот это что? Ну это зеленый, наверное. Вот это голубой. Нет, вот это голубой. Я не понимаю, что из этого голубой, что это синий. Но это вроде должно быть синий, по идее. По идее. Давайте, а там еще вот эта серая фигня есть. Я понимаю, что это типа лагерь, но уже это наверное работает. Красный, синий, оранжевый, синий. Синий. Ну или голубой, зеленый. Боже, как долго туда идти? Вот. Дайте мне скорость, спринт. Так. Розовый. Голубой, синий, зеленый. Если меня не пустят, я не знаю. Вот я не могу просто. Все. Давайте подумаем, посчитаем, что я просто ее открыл. Получилось открыть. Все. Телевизор. Мне где-то нужно фиолетовую кассету найти. А вот же она. Ну, вообще-то диск. Ну, вообще-то это лев. 418. О май гад, был. Это граппак, серьезно? Нельзя было скачать мод. Типа, есть моды на граппак. Боже, что это за фигня? Ладно, все, перепрыгивай. Наконец-то я могу. Вот сюда вот запрыгнуть. О, получилось. А-а-а, шикардос. Ну и где ваш этот хуги-вуги?
Не, чел не терпел, он взял, переписал все. Вот тут хоги-воги должен стоять, только где он? Может, у меня не прогружается из-за мода. И как сюда пройти? О боже. А, точно. Как я мог забыть? Ну и где? Где мы? Где Хаги? У меня нету Хаги. Алло, Хаги, отдай мне ключ. Где бы ты ни был. Тварь сейчас же отдал ключ. Я не понимаю, куда? Вот у меня не скачивает. Типа у меня мод не работает. От Бенди за демона. Я из-за этого не могу играть дальше. Типа ты ключ. Это и есть ваш кей? Не помню. Да бля. Как? А, вот отсюда можно. Сюда, сюда. И вон туда. А как? А как? Серьезно? О, луна. Блин. Тихо. Камон. Чу-чу-чу. Пу-ня-ня. Ой. Пу-ня-ня-ня. Офигеть. Если он не работает, вот эта хрень маленькая. Я не знаю, что там вообще написано. Я ни хрена не вижу. Серьезно. Мне типа мод не... А, точно. Вы издеваетесь. Вот где мне этот мелкий ключ дебильный находить? У меня Хаги нету. Вот просто нету. И где мне его искать теперь? Все, я нахрен себе проламываю путь, потому что это невозможно. Типа я тут хоть бы я тут 3 часа сидел, я бы никак не открыл бы это. У меня тупо Хаги нету. Карандаш и правда двигался. Блин, жалко, я думаю, я туда упасть могу. Такие семища? Дорому на свет рит, что ты двух падаешь, Ну как мне интересно, вот эта головоломка сделана, она шлюта. Карандаш вправду двигался. Типа все? Типа, да? Тихо. Ой, боже, я посрался. Не пугайте меня так. Тут и так его не было. Тьфу. Пустите. Наверное, там должна быть его рука, но... Это Майнкрафт, бро. Это Майнкрафт.
Пусти. А, да вообще пустота. Стефани. Где легендарный скример? Вот тут легендарный скример сейчас будет где-то. Легендарный еще скример. О, боже, у меня лагает. Не, меня больше испугал звук этого. Этой фигни. А, кстати, у меня тут не разрушилось. Теперь я могу хоть 300 раз покидать, она не сломается. Вот какой автомобиль. Тут мы, типа, должны открыть, по-моему, что-то. А, это... Телефон. А, тут мы должны хрень искать. И на верхах тягать. Ой, помню, я как тут бомбил. Когда играл. Я хочу свечки себе забрать. Вы же не против? Сюда ВИЧС нужно, нет? Ага, ВИЧС. Идите нахрен, я не собираюсь ничего смотреть. Смысл? Если вы мне ничего не показываете. А где ходиваги? Убой. Где я? Ела. Грина. Блюи. Органджи. Гобби. Меня типа есть. Ты не отвечаешь. Я сюда закинул. У меня сработало все? Я все правильно сделал? Я же все правильно? Наверное. Что я надеялся? Yellow. О май гад. Вот блин. Типа мне в этих фигнях надо искать. Окей, это было бы лучше. Ура! О! У них барьер есть. Мне сказали не ломать карту. Но я же ее не ломал. Я просто взял барьер. Вот, блин, нельзя. Ура, я нашел Blue Battery. Я нашел Yellow Battery. Осталось еще Orange Battery. Где-то здесь. Нет. Где? Тут. А где Orange Battery? Не понял. Где Orange Battery? Да. Блин, я тут скип пропустил. Ну, скипнул, да. Пожалуйста, скип. Блин. Да, блин. Ура! Я нашел органы батареи. Ура! Я умнее этих батареи. Да давай, иди, блин, давай быстрее. Я бы побежал, но я не могу спринтить. Мне где-то надо делать в этом ВИЧС. Ладно, нахуй не нужно. Баба бой. Типа у меня за свечки?
А что произошло, я не увидел. Иди. Ну и где мой гробпак? Красный. Ну где он? Ну где? Алло. Я знаю, что он там должен быть. Его тут нету. Ясно. Но нет. Я думал, я тут мог найти время. Так. Сюда я все закинул. Когда я сюда урну закинул, я почему-то... Мне это типа за себя отвечало? Пожалуйста, ответьте. Где мне этот красный гробпак найти? Где-то удочка. Или что? Где мне это говно найти? Шо, может вот здесь вот? Ну вот тут его нету. Вот тут, по идее, по-моему, должен быть. Ты гробпак? Да нет. Может он выпал? Или должен был мне, вот, как я сейчас сказал, он должен был в инвентарь закинуться. А я вон там был. И не смог это. Я думал, это этот. Это ковер. В чем прикол? У меня нету красного гробпака. Что делать? Не говорите, что я карту сломал. Так бывает. А, все меня это задолбало, я иду ломать стенки. Ладно. Он вроде нигде не нужен дальше. По сюжету. А, нет, он там по Бонни у Хаггиса нужен. Нужен, по-моему. Ладно, все по отзыву. Что-нибудь придумаем. А, точно. Так. Офигенная карта. Ну вообще. А, все самому надо теперь делать. Ананас. А, точно. Мне же тут еще один гробпак нужен. Что, так ведь? В смысле? А как? А где? Ну куда мне дальше?
Вы бы, типа, показали. Если я туда проломлюсь. Я, типа, из-за бага карты теперь, видимо, не могу ее пройти. Шикардос. Вообще. Ну, это вообще кнопки даже нету. Офигела. Откройте карту. Я в офиге. Мне типа все сильные моменты придется скипать. Потому что кое-кто мне не выдал красный гриппак. Ой-ой-ой, я упал. Что же мне делать? Бой, бой. Майк Эфрэнс. Пошел нахрен. Лук. Ну. Лук. И. Лук. А, точно, мне же нужно электричество подать. Как же я мог забыть? Офигенно, я тут почти полчаса играю. Я бы, если бы не эти баги и вот это вот все, я бы карту уже бы, ну, оригинал бы я уже бы прошел. Поднимаемся на 300 метров в высоту. Ой-ой-ой, что же мне делать? Он поломанный мост. Это смешно, я без гроппака, по-моему, могу играть спокойно. А, это та самая... Это... Ловушка для гениев. Ну, этот... Головоломка. Для гениев. Вот где мне кнопку найти? У меня даже гроппака нету. Я понял, я гроппак не смог найти, и все, я теперь не могу играть. Офигенно. Я не виноват, что у меня гроппака тупо нет. У меня есть только синий. Вот блю. Гроппак. Бам. Все, я пошел. Бля, я ничего не вижу. Я серьезно, ничего не вижу.